На прошлой неделе правоохранители зафиксировали одну аварию с пострадавшим на перекрестке улицы Александровича и проспекта Октябрьского. 33-летний водитель грузовика ехал по второстепенной дороге, не уступил мужчине на Тигуане, который ехал по главной. В итоге машины столкнулись, но на малой скорости. В результате ДТП пассажирка автомашины «Тигуан», женщина 73-го года рождения, получила телесные повреждения. От госпитализации она отказалась, после осмотра врачами была отпущена домой. За тот же период случилось еще 4 ДТП, в которых обошлось без пострадавших. Всего сотрудники ГИБДД выявили 222 административных правонарушения. 18 человек будут привлекать к ответственности за уклонение от уплаты штрафов. Даже незначительная задолженность может вырасти в 2 раза или закончиться задержанием. Если это нарушение связано, выявили которое подразделение ЦАФАП, то есть Центр автоматической фиксации административных правонарушений, там возможно не задержание гражданина. То есть выявили такое, составили протокол, отправили в суд. Там могут рассмотреть даже без гражданина. Если правонарушение, которое водитель допустил и был привлечен к административной ответственности непосредственно сотрудником на дороге, то за данное правонарушение по неоплаченному штрафу инспектор имеет полное право задержать гражданина, доставить его в дежурную часть, задержать до рассмотрения судьей. Правоохранители также выявили 60 нарушений в использовании ремней безопасности. Специалисты напоминают, в весенний период нужно быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Днем может выйти солнце, сугробы будут таять. Как только солнце скрывается, начинает темнеть, опять дорогу подмораживает, и на дороге получается гололед. И чтобы избежать многих негативных, скажем так, последствий, чтобы к нам не обращаться потом с оформлением ДТП, желательно водителям быть внимательным, соблюдать скоростной режим, без необходимости, скажем так, скорость не превышать, ну и, как уже сказал, выдерживать скорость согласно дорожной обстановке.